Книга «Открытым оком», 13 том, тема «Молитва», вопрос 2806. Если разрешено молиться своими словами, а не только по молитвослову, то как это может быть выполнено в храме? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Тут уж зависит от руководителя, от епископа, пресвитера. Так, 14 августа 2005 года, уже после литургии, водосвятия и крестного хода, перед входом в храм мы помолились о новом президенте в Киргизии, который именно в этот день давал присягу перед всем народом. Молились, чтобы Бог дал ему добрые мысли в управлении своей страной, чтобы там не преследовали христиан. 1 Тимофею 2, стихи с 1 по 4. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. У нас в храме особая молитва об обращении к Богу родных и близких. В деревне держат много птицы, гусей, курицы, сарок. Тревога по поводу куриного гриппа побудила совершить крестный ход и окропить всю деревню святой водой. Постоянная молитва о всех наших нуждах, о путешествующих, о больных, о благовестниках. Ключи различные приходится иметь от уязвимых дач, квартир и от машины. Мы за спокойствие теряем бронзу, медь. Не раз спасали нас, остались даже живы. Свой код у каждого и давим кнопки. Но в щель пропустят часто и чужих. Теряем ключ, он для воров находка, и к мастеру за новыми бежим. Ключар церковный связками гремит, ключ разумения истины скрывая, и хлебом Библии поставленный кормить, грозит анафемой стереть из книги рая. Хозяин Дух Святой, не человек, не папа римский с дьявольской гордыней, ум отверзает, и да будет свет, теплом охватывает, стужу не застынем. У Духа Божьего ключ к сердцу и душе, казалось, не пробить, не достучаться, но дрогнул стражник, братом стал уже, выводит узников, сияющий от счастья. Бог отверзает просто, без ключей, и к тем, кто любит до упора спать, болезнь пошлет, сорвет покров сочей, и тьма могильная, как тень, отступит спять. Бог запирает, и никто не вхож. Дарованная дланью Иеговы, слепой законник, знаний ни на грош, вдруг оказался в темноту закован, ключи от ада жуткого, от смерти у Иисуса, не у синодов связки. Нетрудно в это со смирением верить, забыть про бред слепых канализаций. Ключ у Христа от бездны злых созданий он дирижирует, дает свободу змею. Последний день, что скрыт, и час настанет. Уста злодеев страхи онемеют. 14 августа 2005 года. Игнатий Лапкин.